Ты обещал рассказать, что... Блядь, ну я... Я не знаю, ну типа... Короче, смотрите, я не хочу поднимать всю эту тему с Машей, потому что... Будут ебаные посты в стрим инсайде, вот эта вся хуйня. Мне так это не хочется. Ну типа... Ну типа, просто мы не вместе. Какое-то количество времени. Все. Просто я знаю, что сейчас запостится в стрим инсайт эта вся хуйня. Еще, блядь, какие-то паблики. Там, когда я, блядь, когда Маша улетела в Томск, там нахуй даже в паблике ютубер написали. Такое бывает, ну типа... Я ничего больше не буду говорить. Типа рассказывать там что. Ну, типа, этого не ждите. Типа, мы с ней общаемся, то есть, типа, все нормально. Но больше ничего выносить, типа, не буду. Все, блядь, заебай ее нахуй. У меня настроение пропало. Я как это, что ты об этом заговорил с учетом того, что я просто про одежду спрашивал. Ну ладно. Итак, мачо. Ё-моё, а носки те же остались, ребята. Я бы Диману отсосал бы просто. Блять, я. Да уже в сторону. Бля, я заебался. Да, уйди, но уже не надо. Я помою руки. Ну все, забейте, чат. Я помою руки. Все, уже не стоит. Сейчас я что-нибудь потрогаю, все. Ну помой. Вы честно, как-то слишком просто. Не, просто типа, ну... Чат, вы должны понимать, что проблема заключается в том, в таких разговорах. Я вот сидел, обдумывал, как, типа, это все рассказать. Я думал запустить разговорный стрим, типа, по поводу этого, поговорить. Я просто понимаю, что мусолить всю эту тему я не хочу. И... Ну, типа, что-то рассказывать на обширную аудиторию, понятное дело, никто не будет. Потому что, ну... У всех свое мнение, и как бы иногда его просто не хочется слышать, а его по-любому, я его по-любому слышу, если я буду что-то говорить, понимаете? Ну, типа, если вы думаете, что мы, типа, поссорились, то нет, типа, все нормально. Вот так вот, короче, все нормально.